Уважаемые выпускники, разрешите от лица нашего коллектива Ставропольского государственного ордена Трудового Красного Знамени Аграрного университета от себя лично поздравить с окончанием нашего родного вуза. Мне бы хотелось напомнить, что 2020 год является юбилейным годом для нашего вуза. В этом году мы отметим свое 90-летие, и мы по праву на протяжении уже многих лет остаемся флагманом аграрного образования в России. Поэтому это лидерство, в том числе и ваша заслуга. Мы поздравляем вас сегодня с окончанием нашего родного вуза и говорим, что мы всегда будем ждать вас в наших стенах. Добрый путь!